нифига людей на улице ходит, ничего. Ничего не парит. Что-то я выпил столько вроде кофе дофига и чая все равно. Вон, слышите смех, как ведьмин. Как так можно смеяться? Я не понимаю. Как так можно смеяться? Скорбь в моих устах. Но я так устал. За 3 года 30 прожил. Так скажи, зачем я должен начинать, что я не начал? Я бы сделал все иначе. Будь все в моих руках. Я б смерти не искал, но я выпью чашу эту. Пригвозди меня к распятию. Бей, терзай, пытай, спеши, пока я верую в тебя. Ребята, если кто-нибудь есть из Красноярска, кто может меня на один день просто... Я посижу спокойно в углу, никому не буду мешать, не буду песни петь, ничего. Мне просто нужно приехать в Красноярск, купить флуоксетин австрийский. Врач мне посоветовал, именно советует именно австрийский, а не российский. Вот хоть кто-нибудь, кто восхищается моими порисульками из Красноярска, есть, ну, пожалуйста, ничего тебе не стоит. Один день просто мне... Я посижу где-нибудь там тихонько, порисую там, может, не буду даже рисовать. Просто посидеть, подождать. Что холодно еще. Нет, никто не хочет это звать. Никто. Ладно. Я не буду принимать антидепрессанты. Еще неизвестно сколько. И, возможно, вы больше никогда не увидите мои рисунки. Да, они вам не особо нужны. Не заметите разницы. Я там видел в моем паблике, ставил лайки постоянно чел с сишкой во рту. Он акцентрирует внимание на сишке во рту. И он из Красноярска. Главное, он ни разу не предложил мне. Он постоянно ставит лайки везде там, но ни разу не предложил мне. Приезжай там, остановись, купишь себе антидепрессант. Ой. И назад уедешь, а у меня пересидишь там днем. Представляешь, какие отзывчивые российские люди. Какая отзывчивость, какая... Каждый, знаешь, думает, как помочь друг другу. Но я выпью чашу эту. Пригвозди меня к распятию. Антон Ленивчиков, откликнись. Приюти у себя на несколько часов Иисуса. Холодно, ветер. Может продуть меня немножко. Проблема в том, что я купил транквилизатор, как-то по заказу, ну, заказывал там в аптеке, в самой аптеке официальной.
Но она сказала, что и флокситин есть только российского производства, конкор какой-то, конкнор. А врач мне сказал, не покупай вообще его. Хотя я никакой разницы не почувствовал между австрийским и отечественным флокситином. Никакой. Но он сказал строго-настрого, только зарубежный покупай. Только зарубежный. А у нас здесь нет в городе ни одного флокситина зарубежного, ни одного. Только в Красноярск ехать. Мне нужно там. Я могу приехать утром. Я приезжаю в 10 часов на машине. Мне нужно где-то переждать. Точнее, я иду, покупаю флуоксетин в нужном месте, там, в аптеке. Приезжаю на Крастец, Красрап, Красмаш, вот в этом районе. Дальше иду флуоксетины покупаю или, ну, пешком пройдусь. А дальше нужно где-то пересидеть там, до вечера, до 7:30, до 8, потому что машина приезжает 8, где-то в 7:30 вечера, и выехать обратно в свой город. И все. У меня нету друзей ни в городе, ни здесь. Никого нет. Черт возьми. Ах. Если ты, Антон Ленивчиков, хочешь еще ставить лайки на мои рисунки, пожалуйста, приюти меня на один день просто и все. Я тихо посижу спокойно. От меня не воняет ничего. Я просто обычный человек, интроверт. Я могу даже поделиться с тобой, если хочешь чем-нибудь там, если захочешь. Но это, но я как бы не обещаю. Ну, я не, как бы ты понял, то есть это нельзя, это запрещено законом делиться. Но, короче, пофиг вообще, никто не хочет. Даже это никто не хочет. Короче, это Антон Ленивчиков. Смотри, еще две, как минимум, неизвестно, сколько здесь ждать. Неделю, две, три, когда флоксетин зарубежный привезут. Я бы мог его купить в Красноярске. Для этого ты бы мог меня просто приютить. Я просто бы посидел где-нибудь в углу, тихо, не мешает, вы даже не заметил меня. Я как мебель был бы, незаметно. Но ты не приютишь меня, потому что мы узкие, не обманываем друг друга, мы поддерживаем друг друга. Мы, россияне, поддерживаем друг друга. Эх, короче, ты больше не увидишь моих новых постов. Да и другие тоже. Да, это даже к лучшему. Ты не увидишь моих новых рисунков, ничего. Ты будешь ставить на старые рисунки лайки. Наверное, я не буду удалять страницу. Наверное, я все свои записи открою, все видео открою. А может, нет, не знаю. Что со мной будет, я не знаю, короче. Короче, Антон Ленивчиков, ты единственный мой подписчик из Красноярска, кто может помочь. Потому что антидепрессант – это дело серьезное, хоть он и дешевый, у меня есть все рецепты. Есть ли милосердие в тебе? Есть ли в милосердие хоть в ком-то, кто узнает меня и кто из Красноярска? Кто мог бы меня, тебя остановить? Смотрите. Это стена вандализм, а не я. Я не вандал. Ну, то есть я немного неправильно написал. Но все равно смысл примерно понятен. Короче, нет смысла в этом ничего. Нифига, здесь кто-то тоже пытался какую-то фигню черкать. Но у них не получилось. Но все равно красиво. Сейчас вам покажу вышку на здание администрации. Сейчас специально включу.